Это видео снимали сами конструкторы самодельного самолета. Именно он разбился в воскресенье 4 сентября под Рязанью. Здесь самолет еще не в последней своей комплектации. Вместо двух двигателей – один. За штурвалом погибший 57-летний рязанец Олег Колчин. После приземления он рассказывает, что при нужной скорости высоты все равно не добирает. Как есть крылья эти, так что нету. Да? Точно так же валит, точно так же вверх, да? Не хочет лететь. Что пошло не так в самодельной машине, пока неизвестно. Риски от управления такими ненадежными аппаратами всегда слишком велики. Незамедлительно, по данной информации, на место события были отправлены силы и средства в количестве 8 единиц техники и 22 человека. На месте происшествия сейчас работают следователи и сотрудники транспортной прокуратуры. Из объяснения очевидцев следует, что самолет под управлением указанного пилота без уведомления органов воздушного движения взлетел с полей недалеко от места крушения и пролетал перпендикулярно краю полосы. На высоте примерно около 10-15 метров при осуществлении разворота данный самолет потерпел крушение. Олег Колчин – известный рязанский дельта-летчик. Он же был хозяином летательного аппарата и его конструктором. Мужчина конструировал этот самолет в течение 10 лет. Тестировал его на аэродроме Протасово. В воскресенье решил испытать судно в воздухе. После взлета, сделав один поворот, самолет стал терять скорость. Пошел на снижение и врезался в землю под углом приблизительно в 70 градусов. Пилот погиб. Разбившийся самолет не был зарегистрирован. Проходил испытания и дорабатывался.